25 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе за минувшую среду. Из них 19 с симптомами заболевания и 6 без. В городе Актобе заболело 14 человек, включая троих бессимптомных. В Храмтаусском районе шестеро, в Мартукском трое. И по одному носителю инфекции обнаружено в Хабдинском и Алгинском районах. Всего по области зарегистрировано 11575 случаев COVID-19. Из них 7511 с симптомами заболевания. Выздоровело 11146 пациентов. В настоящее время на домашнем карантине находится 2100 человек. За всеми проводится медицинское наблюдение.